Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео! Сегодня я буду делиться с вами рецептами для вкусной и уютной осени. Я уже подготовила все, что мне понадобится сегодня, а необходимые ингредиенты я заказала в магазине «Перекресток». Там представлен широчайший ассортимент, более 35 тысяч товаров. Ну а в качестве продуктов и сроках годности я даже не сомневаюсь, ведь оформляю доставку практически каждую неделю. Все всегда приходит свежее, как будто бы я сама выбирала. Ну а скидки и акции, как в магазине, делают шопинг еще и выгодным. Совместно с Перекрестком мы сделали отдельные подборки, где собрали все необходимые ингредиенты. Ну и с их помощью вы легко добавите необходимые ингредиенты для блюда в свою корзину. Переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании к видео. По традиции делюсь с вами своим промокодом Гурьянова20. Он дает скидку в 20% на первый заказ в приложении. Кстати, в Перекрестке бесплатная доставка во многих регионах России. Ознакомиться подробнее с условиями можно на сайте. Ну а теперь приступаем с вами к приготовлению. Конечно же, все ингредиенты и граммовки я также для вас оставлю в описании под видео. Приступаем к приготовлению. Первым у нас с вами будет теплый салат. Салат с авокадо. Для приготовления нам потребуется авокадо, лимон, шпинат, яйца. Мы их будем с вами отваривать. Готовность любая. Хотите в смятку, хотите в крутую. Для украшения я буду использовать микрозелень гороха. Потребуется киноа, мы сейчас будем ее отваривать. Соль, перец, ваши любимые специи и растительное масло для заправки. Процесс приготовления максимально простой. Отвариваем яйца до желаемой готовности. Киноа промываем и также отвариваем до готовности согласно инструкции на упаковке. Авокадо разрезаем и разминаем вилкой вместе с солью и вашими любимыми специями. Можно добавить растительного масла, если авокадо недостаточно маслянистый. Остается только промыть и просушить зелень, и можно собирать наш салат. Если заранее отварить киноа и яйца, такой салат можно собрать буквально за пару минут. Ну а теперь собираем наш салат. По желанию зелень можно порвать руками или порезать ножом. Дальше выкладываем горячий киноа и заправляем пастой из авокадо с солью и специями. Хорошо перемешиваем. Сверху выкладываем яйца. Это теплый салат, поэтому не нужно дожидаться, пока остынет киноа и яйца. Получается просто бесподобно. Обязательно пробуйте готовить. Ну а мы с вами переходим к следующему рецепту и будем готовить томатный суп. Нам потребуются томаты, у меня здесь 1 килограмм, дальше перец 2-3 штучки, лук 2-3 штуки на ваш вкус, чеснок, у меня здесь 3 зубчика, веточки тимьяна, растительное масло для заправки, песто из вяленых томатов, у меня вот такое. Далее нам потребуется греческий йогурт, дижонская горчица, багет, ну и соль, перец по вкусу, и также я буду еще добавлять сыр пармезан. В
форму для запекания выкладываем подготовленные овощи. Томаты разрезаем напополам или на четвертинки, удаляем плодоножку и выкладываем в противень. То же самое проделываем с перцем. Я разрезаю его вдоль, убираю прожилки, семена, также перекладываю в форму для запекания. Берем лук, очищаем его и тоже разрезаем на крупные кусочки, на четвертинки, половинки, в зависимости от того, какого размера у вас лук. Добавляем зубчики чеснока, я их немножко отшелушиваю, срезаю верхушку и в таком виде отправляю в духовку. Обязательно добавляем соль, ваши любимые специи. Я решила добавить веточки свежего тимьяна. Ну и сверху поливаем все оливковым маслом. Отправляем в разогретую духовку, температура 180 градусов. У меня режим конвекции на 30 минут. Неотъемлемая часть этого вкуснейшего супа — горчичные гренки. Обязательно попробуйте их приготовить. Для этого натираем сыр пармезан, где-то 50 грамм. Добавляем 2 столовые ложки дижонской горчицы. И заправляем все оливковым маслом, где-то 50 миллилитров. Все хорошо перемешиваем, и это будет заправкой для наших гренок. Хлеб нарезаем, а потом разрываем его руками и помещаем в наш соус. Все хорошо перемешиваем ложкой, чтобы соус обволакивал каждый кусочек хлеба. И также отправляем в духовку. Повторюсь, она уже у нас работает. 180 градусов, режим конвекции. Отправляем буквально на 10-15 минут, чтобы хлеб подрумянился. Обещаю, у вас получатся просто потрясающие горчичные гренки. И я думаю, вы их будете готовить не только к этому супу. Овощи уже запеклись, перекладываем их в кастрюлю, заливаем либо водой, либо бульоном 500 мл жидкости и провариваем после закипания еще 5 минут. Также я сюда добавляю пару ложек песто из вяленых томатов. По готовности пробиваем все погружным блендером. Суп можно процедить через сито, потому что я не очищала от кожицы перец и томаты. Обязательно попробуйте суп и сбалансируйте, если это требуется, по соли, специям и сладости. Подавайте с чайной ложечкой греческого йогурта. Ну и, конечно же, гренками. Это очень вкусно. Ну а сейчас мы будем с вами готовить ягодный пирог из северных стран. Для приготовления нам потребуется мука 230 грамм, растопленное сливочное масло 150 грамм, одно яйцо, овсяные хлопья 70 грамм, 100 грамм сахара, сметана 30% 250 грамм, сахарная пудра 70 грамм, ванильный сахар 1 пакетик. Ну и конечно же ягоды, они могут быть любые, в том числе и замороженные. Приблизительный вес 400 грамм. Для начала смешиваем основу для нашего пирога, берем овсяные хлопья, сахар, муку и все хорошо перемешиваем. Добавляем растопленное сливочное масло, еще раз хорошо перемешиваем до объединения всех ингредиентов, и наша основа готова. Сразу хочу заметить, что получается она очень вкусная и хрустящая, благодаря тому, что мы добавили в состав овсяные хлопья. Ну а теперь приготовим нашу сметанную заливку, соединяем сахарную пудру, ванильный сахар, яйцо и сметану. Просто перемешиваем венчиком до однородной консистенции. Заливка готова.
Мы подготовили все ингредиенты, ну и теперь будем собирать наш пирог. Перекладываем основу, удобно при помощи лопатки или рук распределяем ее по форме, формируя бортики. С ней очень удобно работать, она податливая, пластичная, поэтому это получится точно у каждой. Форма готова, основа готова, ну и дальше нарезаем промытые ягоды. У меня ягоды свежие, поэтому я их промыла, обсушила. Например, клубнику разрезаю в зависимости от размера на 2 или 4 дольки. Также у меня сюда пойдет голубика. Можно готовить замороженные вишни, ну и вообще с любой ягодой, которую вы любите. После того, как мы добавляем ягоды на нашу основу, дальше заливаем сметанной заливкой и отправляем разогретую до 180 градусов в духовку. Режим вверх-вниз. Выпекать будем где-то 40-50 минут. Наш пирог готов. Я украсила его миндальными лепестками и сахарной пудрой. Получилось очень вкусно. Ну а теперь приступаем к приготовлению тыквенных маффинов. Для приготовления нам потребуется печенье. У меня вот такое юбилейное, 280 грамм. Я уже его перебила при помощи блендера в крошку. Также нам потребуется сахар. У меня здесь 25 грамм. Растопленное сливочное масло 100 грамм. Это пойдет для основы. Далее 300 грамм муки, тыквенное пюре у меня из детского питания 300 грамм, 4 яйца, смесь обычного сахара 200 грамм и тростникового сахара 100 грамм, растительное масло 180 миллилитров и крем-чиз. Пропорции пропишу в инфобоксе. Сначала собираем основу. Соединяем крошку из печенья с сахаром и растопленным сливочным маслом. Все тщательно перемешиваем, чтобы ингредиенты объединились. Далее мы собираем заливку с тыквенным пюре. Соединяем яйца, сахар, тыквенное пюре и все хорошо перемешиваем. Добавляем растительное масло, еще раз все хорошо перемешиваем до объединения ингредиентов и дальше частями всыпаем просеянную муку, еще раз все хорошо перемешиваем до однородной гладкой консистенции. Ну а теперь готовим крем-чиз. У меня здесь две баночки по 200 грамм крем-чиза. И я добавила просто по вкусу сахарную пудру. Буквально 2 столовые ложки. Если вы любите послаще, то добавьте больше сахарной пудры. Вот и все. Это будет нашей начинкой и также украшением шапочкой на наших маффинах. Ну а теперь собираем маффины. На дно формы выкладываем по 1 столовой ложке с горкой нашей основы из печенья. Дальше добавляем тыквенную заливку, ну здесь у нас будет где-то 2-3 столовые ложки. Потом при помощи кондитерского мешка отсаживаем тоже на глаз крем-чиз в наши маффины. У меня, кстати, из указанного количества ингредиентов получилось 12 маффинов, и я решила не печь еще одну порцию маффинов, а испечь целиковый просто пирог. Также в качестве основы выложила крошку из печенья, далее заливку из тыквенного пюре, ну и затем сверху аналогичным образом отсадила крем-чиз. Ну а по готовности просто украсила также сверху крем-чизом.
Все готово. Отправляем в разогретую духовку. Запекаем при температуре 180 градусов. Режим вверх-вниз где-то 30 минут. Потом украшаем крем-чизом и наслаждаемся. Поистине осенний десерт.